Иногда возникают ситуации, когда необходимо быстро остановить собаку. Значит, для этого у нас есть такая команда, как стоять. Вот попробуем научить нашего ротвейлера останавливаться по первому сигналу проводника. Как это выглядит? У нас в руке кусочки, за которыми следует собака. Значит, собака двигается, эти кусочки кушает из ладони. И в момент, когда вам, когда вы подаете команду стоять, вы руку разворачиваете тыльной стороной к носу собаки. Как только она остановилась, тут же рука поворачивается, и собака подкрепляется лакомством за остановку. Дальше, обучив собаку этому, мы можем немножко усложнить для нее задачу. То есть, например, затянуть время перед тем, как собака получит кусочек. Попробуй. Да. Далее, следующее усложнение – это отработка выдержки собаки. То есть, чтобы она сохраняла заданное положение там, где вы ее остановили. Вот теперь с рукой работай, чтобы рука ушла. Да. Штей. Хорошо. Угу. Занимайтесь с вашей собакой, и в любом месте, в любой ситуации вы будете в ней уверены в том, что она поступит правильно и правильно себя поведет.